Работа в условиях пандемии, деятельность волонтеров и политическая ситуация. Медики встретились с городским активом общественных объединений. Круглый стол провели в третьей поликлинике. Инициатором выступила администрация учреждения здравоохранения. Доктора поделились с гостями опытом борьбы с коронавирусом. Рассказали про новые услуги, в том числе электронные рецепты. За несколько месяцев лишь бобруйских выписали свыше 30 тысяч. С поликлиникой сотрудничает молодежная бригада. Добровольцы помогают нуждающимся по хозяйству, доставляют на дом продукты и лекарства. Сегодня становление любого государства, и нашего в том числе, играет огромную роль молодежь. И та молодежь, которая у нас сегодня есть, она замечательная, она созидательна, она понимает цели, задачи правительства, и она работает, она выполняет эти задачи и делает все для того, чтобы сегодня наше общество было стабильным, процветающим.